Много у нас, конечно, еще снега, очень много. Лиска сидит у меня на окошке. Так, Валера покормил синичек, но что-то их нету. Алиса, когда весна придет, не скажешь? Алис выскочила на улицу и заскочила бегом. Весна, когда придет, скажи. Скажи, ничего вам не скажу. Скажи, сама жду, не дождусь. Скорее бы на улицу. Засиделась, да, дома она у нас. Не выходит на улицу, на снег она никогда у нас, поэтому ждет, не дождется вместе с нами. Друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. У нас утро, 10 часов утра уже. Я уже наварила борща, напекла венских вафель. Сейчас покажу вам. Сегодня пекла вот на такой вот гриле. У меня здесь вот гриль стоит. Сейчас я вам покажу. Такая вот гриль, вафельница. Прям, вы знаете, такие вкусные получились. Прям мы сейчас с удовольствием с Валерой попили чайка. Густой, наваристый. Получился борщец. Сегодня буду я сажать перец. Сегодня, не знаю, вроде бы как посадочный день по лунному календарю. Я особо не придерживаюсь этих, как бы сказать, правил. Вот, ну, замочила вчера перчик. У меня свой, в общем, принцип или такой, как сказать, способ посадки. Я сначала замачиваю перец в термосе. Делаю воду где-то градусов 40-45, вот, не больше. И замачиваю на всю ночь. Сейчас покажу вам. Я целлофановые пакетики эти семена, видите, вот так вот опустила. И сюда термос тоже налила воды. И вот они у меня здесь квасились, набухались. Вот, набухались они у меня тут. Набухались, короче. Ну, вы поняли меня. Все хорошо. Разложу на пакетик на столе. Немножко подсохнут, но не до конца, чтобы можно легко было брать. И буду вот по одной раскладывать уже. У меня земля агробалт и добавила перлит. Перемешала легкая-легкая земля. Они очень хорошо всходят. Вот, пролью тепленькой водичкой. Все это перемешаю, разложу и поставлю в теплое место. И они у меня выскакивают где-то на третий, на четвертый день. Поэтому я перцы рано и не сею. Почему? Потому что я всегда так делаю, вот замачиваю. А когда сухими, это очень-очень долго. Это до месяца они там будут сидеть, пока не либо взойдут, либо вообще запреют и пропадут. Так что сегодня у меня такой вот посадочный день. На улице снега, горы, ну а все равно надо сеять. Настроения, конечно, нет, когда на улице солнышко еще пока нет. Ну а так потом солнце взойдет, все быстро растает, а рассада еще будет вот такусенькая. Поэтому надо сеять, несмотря ни на что. Весна все равно придет, по-любому. Сейчас на пакетик все это простелим на столе. У меня два сорта. Это ламуйла от партнера и свои еще есть семена. Так, вот так вот. То есть просыхают. Я сейчас еще другие достану. Наситечко вот так вот процеживаю. Вот, девочки, занесла я вчера агробал, перлит добавила. То в прошлом году я брала еще кокосовые брикеты, тоже мне очень понравились. Кипяточком заливала, они разбухали. Там никаких нету палочек, волокон грубых, а здесь вот иногда да попадаются, видите? Это синий агробалт, я взяла большущий мешок, 250 литров за 1800 рублей. Сейчас я пролью горячей водичкой с марганцовкой. Здесь вот у меня леечку я принесла. Здесь у меня разведенная марганцовочка. Сейчас немножко налью. И горячей воды сюда же. Теперь прольем нашу земельку. Обеззаражим ее.
Она станет тепленькая, мягенькая, влажненькая, рыхленькая. То, что нам надо. И как раз заодно высохнут наши семена перчиков. Так надо сделать, чтобы она была влажная, но не сырая. Вот так, чтобы комочек распадался. Как землей запахло. А помидорки я сею по-другому. Не замачиваю их, они и так быстро всходят, а просто вот так вот заливаю горячей водичкой и сразу же раскладываю семена. Тоже хорошо всходят быстро. Все, готово у меня, видите, оно вот так вот. Вроде бы комочек, и в то же время нету воды, и этот комочек, видите, рассыпается очень быстро и легко. Готова земля. Никакими я этими стимуляторами роста не поливаю. Можно полить. Разных очень много всяких есть стимуляторов. Вот, друзья, просохли у меня семена. Здесь я простелила пакетик на стол. Вот такие у меня ящички. Они, видите, с дырочками у меня, чтобы лишняя влага уходила. И вот такой вот глубины. Сейчас я насыплю примерно половина земли. Вот. А потом буду просто подсыпать. Буду сеять редко. Не буду потом пикировать их. Перцы они не любят, когда их пересаживают. Вот столько насыпала, девочки. Все, начинаю по одной семечке, потихоньку, не торопясь. У меня таких ящиков много-много я купила. Не знаю, мне кажется, у меня их штук 20 или 25. Вот, девочки, я все разложила, все аккуратненько. Видите, подальше друг от дружки. Все, сейчас присыплю земелькой и в тепленькое местечко. Здесь у меня такой стеллажик стоит, полочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть полочек у меня. Ну, они здесь, видите, у меня сейчас пока здесь бардак полный. Стаканчики у меня здесь. Я приготовила все. Потом лички, удобрения. Ну, в общем, всякие шарам-барам. И поставила вот сюда на проращивание свой перчик. У меня рядом батарея, здесь тепло. Комфортно. Все, пусть прорастает. Подписала все, каким числом. Ждем всходов, друзья. В прошлом году помидорки я сеяла 4 марта. Ну, наверное, в этом году также буду сеять. Здесь у меня фиалочки, детки. В том году рассаживала прям вот такие малепусечки, прималеспусечки. Они, видите, вот как хорошо у меня подросли. Вот сейчас надо их подкормить для цветения, чтобы они у меня зацвели. А то у меня они, видите, дуют вверх. Я их подкармливаю для зелени. Вот. 16-16-16 формула. Поэтому они у меня здесь очень много нарастили листвы. Все, я, друзья, буду заканчивать на этом свое видео о посадке перца. Всем вам тоже хороших посадок и ждем урожай. Нет, пока всходов, а потом еще до урожая далеко. Что-то я загнула. Все, всем пока-пока, до свидания.